это я поехал за щебенкой. На развалюхе марки старый ГАЗ-51. Я ехал тихо, заодно беседовал с одной бабенкой, которую я посадил, что был я не один. Я разговаривал с ней нежно, ну прямо как с принцессой. Но весом-то она была пудов примерно 7. И если бы она работала бы стюардессой, то самолет бы не поднялся. Вот тут нас совсем. Я ей не сказал большую мадам Марсиля Муртужунка. Простите, как зовут вас очень, я хочу узнать. Она мне говорит, пардон, а имя мое Гурка. Теперь опять не ты, а как же тебя звать? Сказал ей, что Гришка, я что так же не женатый, а с ранней юности своей мотаю колостой. Сказал ей так же, ха, мол, деньгами я богатый, и мой карман с 30 лет, мол, не бывал пустой. Когда ж проехали мы с ней километров 12, я потихоньку ГАЗ-51 остановил. Сказал ей, лопнул, кардан, придется тут. И на нейтральный кресло потихоньку подходил. Она сказала, прячешь ты, карман, наверное, целый. Ты просто хочешь кое-что, ну что ж, согласна я. И тут, конечно, всем известно, я умелый. И я подумал, все, ништяк, теперь она моя. Залез я на нее, но ведь кабинка небольшая. Она меня пупом прижала прямо к потолку. Я отдышался и сказал, манюрка дорогая, давай отсюда вылезем, я больше не могу. Мы отошли к лесочку, это было нам не трудно. Она забыла сразу про свою честь. Я ей, что в глазах не стало мутно, и кинул Она сказала, негодяй, ты что же уморился? Я сейчас же ляжу на тебя и тут же раздавлю. Давай еще хоть пару бинь, ты что остановился? Скорей давай, ну начинай, пока я... Ну сколько ж можно мне терпеть, ведь я же ей не воров. И у меня на пол шестого. И тут сказал я сам себе, ну что ж, шофер Егоров. Да ей, нехай она домой бежит. И я понял с трудностью и дал ей тут. Пошла отсюда, вслед я ей кричал. И ж ты решила, ну сколько можно, я и так 7 раз. Я с радостью большой машину сел в свою блатную. На трассу махнул, выехал и снова в дальний путь я ехал. И смеялся на ту областную и думал про себя, такие бабы. Теперь слушайте дальше. Когда щебенку я привез, зашел к ивнуху сразу, что после долгого пути хлебну чуток пивка. Но вот когда карман залез, то фон отбрал заразу. В моем кармане не было большого кошелька. Я водитель ката. Я водитель газа. Сейчас не трогай, расскажи. Давай, что-то наливай руки. Да-да, давай. Я водитель газа. Налей еще, Петрович. Я водитель газа. Не валяйтесь, с бабами и верхней не исчезнет ваш кошелек, никак не будет, он всегда при вас!